Ко мне до сюда долетели. Ладно, мы здесь были. Дмитрий Тарасенко говорит, около 9 часов вечера он сидел на лавочке в 5 метрах от стены дома. Куски отколовшейся штукатурки упали прямо на крыльцо. Если бы в тот момент там были люди, то все могло закончиться плачевно, возмущается мужчина. Буквально камни до сюда, они попадали на пандус, туда вон, за этот, сюда, все это вылетело. Камни были размером с кулак. Но это смертельно для организма. Вадим Адрианов тоже в момент обрушения панельных швов находился на улице. Гулял с маленьким ребенком. Говорит, что как раз собирался заходить домой. И тут с 8-го этажа полетели огромные куски. Слава богу, они ошметки просто вот здесь где-то приземлялись, рядом со скамейкой. То, что в этом факте. Ладно, хоть ребенка не пострадал, слава богу, все нормально. Люди обвиняют во всем свою управляющую компанию. Говорят, что коммунальщики ремонтируют панельные швы кусками и в разное время года. По их мнению, если бы щели залатали сразу по всему периметру дома, такого, возможно, бы не случилось. Делают только по заявкам. Единственное, что требуется все, чтобы здесь облагородили, все это по всему, по периметру дома, все это было сделано. Были дожди у нас, и наши вот выше этажи затопило. И вот эта вот шпаклевка, которая это, они просто как изолировали, и все остальное, они, можно сказать, оставили. В управляющей компании уверяют, что по Чулман-16 они ремонтируют панельные швы каждый год. В 2016-м поступило 5 заявок, которые уже выполнены. Поменять все сразу жилищники не могут, так как данный вид работ проводится частично. Весь дом ремонтируется только в рамках капитального ремонта. На момент осмотра выявлено, что у квартир 34 и 47 имеется разрушение слоя мастики. Также ранее заявок от этих квартир не поступало. В ближайшие дни наш альпинист приступит к выполнению заявок, поступивших от данных жильцов, в том числе и выполнит работы по герметизации у квартир 34 и 47. По словам жилищников, эти меры должны помочь. После ремонта панельные швы больше не будут сыпаться на голову прохожим. Вера Муратова, Влад Семагин, новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.